столице Италии, Риме, 22 января был зажжен традиционный олимпийский огонь. Отсюда олимпийский факел эстафетой будет доставлен к месту проведения зимних игр. Чемпион Европы дискобол Адольфо Консолини первым несет факел. В эстафете участвуют лучшие итальянские спортсмены. Почетный эскорт, сопровождающий олимпийский факел, покидает Рим. Вот путь олимпийского факела. Из Рима эстафета движется на север Италии, через Флоренцию, Болонью, в Венецию. Этот город расположен на 118 островах, разделенных 160 каналами. Основной внутригородской транспорт – это моторные суда, барки, гондолы. Каналы и гондольеры – вот первое, что привлекает внимание туристов, приехавших в Венецию. На площади Святого Марка группа советских туристов. Они совершили путешествие в Италию, чтобы увидеть зимние Олимпийские игры. Однако покинем старинную Венецию. Эстафета с олимпийским факелом приближается к месту назначения. Позади Тревизо, Беллуно. Мы на севере Италии, в краю Доломитовых Альп. Вот он, горный хребет Доломитов. Альпинисты многих стран хорошо знают его знаменитые вершины. Кристалло, Бека де Медзоди, Кроде де Ляго, Тофане. В центре широкой и солнечной холмистой долины расположен город Кортина д'Ампеццо, место проведения 7-х зимних Олимпийских игр. Познакомимся с городом поближе. В нем живет около 6000 человек. Олимпийские игры еще не начались, и поэтому на улицах городка не видно спортсменов и туристов. Но все уже готово для проведения соревнований. В 13 километрах от Кортина д'Ампеццо находится местечко Мезурино, расположенное на высоте 1756 метров над уровнем моря. Здесь, на озере, состоятся состязания конькобежцев. Ледяное поле пока находится под снегом. Обратите внимание, что вокруг него прорублена канава. Это сделано для того, чтобы отделить лед от берега и тем самым предотвратить его деформирование. Примерно в 5 минутах езды от города находится лыжный стадион. Специальные газовые установки будут обогревать болельщиков, любителей спорта. Ведь им придется проводить здесь по несколько часов. На склонах вершин Кристалло и Тофане проложены трассы слалома и скоростного спуска. Сейчас происходит опробование подъемников. И подняться, и спуститься здесь можно, не затрачивая особых усилий. Посмотрите на это сооружение. Оно построено из железобетона. Это специально воздвигнутый для Олимпийских игр трамплин «Италия». Трамплин рассчитан на прыжки до 75 метров. У его подножья трибуны на 10 тысяч зрителей. Трамплин Италии расположен в 2 километрах от Кортина д'Ампеццо. 5 переплетенных колец, эмблема Олимпиады, символ связи спортсменов 5 частей света, украсили улицы города. Наступил день открытия Олимпийских игр. ¶¶
Везде вывешены флаги 32 государств, участников Олимпиады. Более 20 тысяч любителей спорта приехали сюда на зимние Олимпийские игры из разных стран мира. Сегодня у всех один путь к ледяному стадиону на торжественное открытие Олимпиады. В центральной ложе президент Итальянской республики Джованни Гронки и руководители Олимпийского комитета. Появляются знаменосцы с олимпийскими флагами. Парад по традиции открывают спортсмены Греции, родины Олимпийских игр. Далее в порядке алфавита идут спортивные делегации 31 страны. На ледяном поле спортсмены Советского Союза. Они впервые принимают участие в зимних Олимпийских играх. На стадионе появляется чемпион Италии по конькобежному спорту Гвидо Кароли. Ему предоставлена честь нести олимпийский факел на заключительном этапе эстафеты. В 12 часов 20 минут на стадионе загорается олимпийский огонь. Он будет гореть все дни соревнований. От имени всех 1500 спортсменов, участников игр, над стадионом звучат слова торжественной клятвы. Мы клянемся участвовать в Олимпийских играх, честно соревнуясь между собой, уважая правила этих игр, желая благородно состязаться во славу спорта, во имя чести наших стран. Зимние Олимпийские игры открыты. Программа Олимпиады включает в себя много видов спорта. Трудно, да и, пожалуй, невозможно успеть побывать на всех соревнованиях. Поэтому каждый любитель спорта заранее решает, какие состязания он хочет посмотреть. Сейчас мы с вами направляемся на лыжный стадион. Сегодня здесь проводится лыжная гонка на дистанцию 30 километров. Один за другим через каждые полминуты стартуют лыжники. Под номером 18 идет советский спортсмен Павел Колчин. 23-м стартует советский лыжник Федор Терентьев. У представителя Чехословакии Ильи Матуш номер 25 стартует советский лыжник Владимир Кузин. Дистанция гонки выбрана и одобрена представителями стран, обладающих сильнейшими лыжниками. Это Норвегия, Швеция, Финляндия и Советский Союз. Сейчас за победу борются спортсмены 20 государств. На лыжне неоднократный чемпион Советского Союза Федор Терентьев. В таком же темпе, как и Терентьев, ведет гонку швед Пер-Эрик Ларсон. Это опытный соперник. Лыжники у трудного участка пути. Подъем в гору. Посмотрите, как уверенно преодолевает этот подъем известный норвежский лыжник Мартин Сток. А это Владимир Кузин. Он, как известно, 2 года назад завоевал звание чемпиона мира в гонке на 30 и 50 километров. Но сейчас идущий под номером 48 швед Сикстен Эрнберг показывает после 10 километров пути лучшее время. Он пока на первом месте. Второй результат после 10 километров у финского спортсмена Вейко Хакулинина, номер 52. Хакулинин находится в отличной спортивной форме.
Дистанция сообщает. Владимир Кузин увеличивает скорость. Он пытается оторваться от следующего за ним Сикстена Эрнберга. Однако шведский спортсмен принимает предложенный темп и даже приближается к Кузину. По-прежнему с очень большой скоростью ведет бег Хакулинен. Его движения четкие и очень экономны. Он лидер гонки. На последних километрах борьба обостряется. Спортсмены используют естественные спуски для того, чтобы увеличить скорость бега. При этом не обходится без неприятностей. Вот как, например, это случилось с Югославом Стефаном Робертом. Кто же сейчас, когда уже близок финиш, основной претендент на звание олимпийского чемпиона? Все время гонки находится в группе лидеров Павел Колчин. Федор Терентьев перед финишем обогнал лыжника под номером 14, норвежца Пера Ольсена. Приближается к финишу Владимир Кузин. С большим запасом сил проходит последние 100 метров Фейко Хакулинен. Заканчивает гонку Павел Колчин. Он занял третье призовое место. Владимир Кузин заканчивает соревнование с 5-м результатом дня. Вслед за ним финиширует Сикстен Эрнберг. Он занял в состязании 2-е место. С результатом 1 час 44 минуты 6 секунд победу в гонке одержал Вейко Хакулинен. Это большой успех замечательного финского спортсмена. Каток Мизулина. В программе соревнований бег на 500 метров. Это тренер Кудрявцев и Гришин, участник первого забега. Старт дан. Советский конькобежец Евгений Гришин бежит по большой, по внешней дорожке. Англичанин Джонни Кроншей по малой. В отличие от первенства мира, звание чемпиона на Олимпийских играх разыгрывается не в многоборье, а по отдельным дистанциям. Конькобежцы меняются дорожками. Гришин впереди. Хорошая погода и прекрасный лед дают отличное скольжение. Офицер советской армии, бывший тульский гравер Евгений Гришин, заканчивает бег за 42 секунды. Это новый мировой и олимпийский рекорд. В следующей паре бегут Юрий Сергеев, Советский Союз, по большой дорожке, и Шинтиши Такимура, Япония. Сергеев – один из сильнейших конькобежцев мира в беге на короткие дистанции. Удастся ли ему улучшить результат, показанный Гришиным, ведь они давние соперники? Такимура явно не может оказать серьезного сопротивления советскому скороходу. Сергеев заканчивает дистанцию за 41 и 1 десятую секунды. Это хуже результата Гришина на 9 десятых секунды. На ревнивых дорожках советский спортсмен Рафаил Грач и американец Кеннет Генри. Молодой армейский конькобежец Грач стал в ряды сильнейших советских скороходов лишь в прошлом году. А американец Генри – чемпион Олимпийских игр 1952 года. Советский спортсмен ведет бег в очень высоком темпе. Генри позади. Грач выходит на последнюю прямую. Он отлично финиширует и показывает результат 40,8 секунды. Одними из последних стартует советский спортсмен Юрий Михайлов, он бежит по внутренней дорожке, и представитель команды Финляндии Юхани Ярвинен. Михайлов, как и Грач, молодой спортсмен. Уроженец города Калинина, он занимается конькобежным спортом всего несколько лет. Михайлов отлично проходит первую половину дистанции. Он значительно опережает финского спортсмена, но и тут его постигает неудача. Юхани Ярвинен продолжает бег один. Финский спортсмен заканчивает дистанцию с результатом 42,2 секунды. Он занимает общее 9-е место. Звание чемпиона Олимпийских игр завоевал Евгений Гришин. На 2-м месте его товарищ Рафаил Грач.
программу зимних олимпийских игр входят соревнования по бобслею. У нас этот вид спорта не культивируется, и поэтому советские спортсмены в нем не соревновались. Вот как выглядит на схеме трасса бобслея. Длина трассы более 1,5 километров. Но что же такое бобслей? Это скоростная езда с гор на управляемых санях. По внешнему виду эти сани похожи на гоночный автомобиль с полозьями вместо колес. Трасса гонки представляет из себя вырытую в снегу канаву, покрытую льдом. Здесь множество поворотов. Электрифицированная таблица дает возможность следить за ходом гонки по всей дистанции. На трассе сани двойки. Победу оспаривает спортсмены 15 стран. Чемпион определяется по результатам двух попыток. Это финишируют итальянские спортсмены. Их результат оказался лучшим. Звание чемпиона Олимпийских игр завоевали Делла Коста и Конти. Любители лыжного спорта с большим интересом ожидали гонки на дистанции 15 километров. Нет сомнения, что борьба здесь будет упорной, ведь в соревновании участвуют очень опытные лыжники. Это выходит на старт Павел Колчин. Победитель гонки на 30 километров Вейко Хаккуринен. Советский лыжник Владимир Кузин. Представитель Швеции Сикстен Эрнберг. На дистанции советский лыжник Михаил Галиев. Это молодой спортсмен. Он лишь недавно выполнил норму мастера спорта и был включен в олимпийскую команду. Представитель команды Финляндии Вейко Расинен – неоднократный участник международных соревнований. Первые километры он проходит с такой же скоростью, как и Галиев. В более быстром темпе ведет гонку советский лыжник Николай Аникин. К пятому километру он выигрывает у Расинена 20 секунд. Аникин хорошо преодолевает подъемы. Под номером 24 идет шведский лыжник Ленард Ларсен. В конце первой-третьей дистанции к нему вплотную приближается стартовавший на полминуты позднее норвежец Мартин Стокен. Однако быстрее всех ведет гонку норвежец Халкейр Бренден, чемпион прошлых Олимпийских игр на дистанции 18 километров. Стартовавший перед ним швед Пер Эрик Ларсен идет уже позади Брендена. Он проигрывает более 1,5 минуты. С хорошим временем идет Павел Колчин. У него пока второй результат. С каждым километром борьба обостряется. Вейко Хаккуринен развивает большую скорость. Ему приходится учитывать, что следом под номером 49 идет опасный соперник Владимир Кузин. В свою очередь, Кузин стремится нагнать олимпийского чемпиона. У шведа Эрнберга номер 56. Он ведет гонку равномерно, видимо, сохраняя силы для последнего отрезка дистанции. На стадионе уже объявлены результаты гонщиков после 10 километров. Пока зрители подкрепляются, спортсмены заканчивают последнюю треть пути. Спустился советский лыжник Михаил Галиев. Финн Вейко Расинен выигрывает у Галиева более 10 секунд. На спуске, так же как и на подъеме, можно выиграть или проиграть немало секунд. Николай Аникин, Советский Союз, входит в десятку лидирующих лыжников. Швед Леннер Ларсен уже обошел несколько соперников. Он пытается нагнать и Аникина, но это ему не удается. Вслед за Ларсеном следует Мартин Стокен. Норвежский лыжник претендует на занятие призового места. По
По-прежнему быстрее всех ведет гонку Хелкер Брэндон. Павел Колчин проигрывает Брэндону около полминуты. В свою очередь Хакулин проигрывает Колчину около 15 секунд. На спуске Кузин. За ним вплотную следует норвежец Хакон Брусин и швейцарец Вернер Цвингли. Им трудно рассчитывать на высокие результаты. Сикстен Эрнберг, хорошо рассчитавший свои силы, продолжает входить в число лидеров гонки. Тем временем на стадионе уже финишируют первые лыжники. Николай Аникин заканчивает гонку за 50 минут 58 секунд. Леонард Ларсен проиграл Аникину 5 секунд и занял общее 8-е место. Мартин Стокин выходит на 6-е место в соревновании. Лучший результат в гонке показал Халгейр Брэндон. Павел Колчин проиграл победителю 38 секунд. Он на 3-м месте. Победитель гонки на 30 километров Вейко Хакурин занял в этом соревновании 4-е место. С группой лыжников финиширует Владимир Кузин. Второе место в соревновании занял шведский лыжник Сикстен Эрнберг. Каждое утро приехавшие в картины Дампеца туристы спешат к местам соревнований. Сегодня на высокогорном катке Мизурина будет разыграно звание чемпиона Олимпийских игр в беге на дистанцию 5000 метров. Сейчас на дорожках первая пара. Это немецкий спортсмен Гельмут Кунерт, он в темном костюме, и австриец Франц Оффенбергер в белой шапочке. Незадолго до Олимпийских игр на международных соревнованиях в Давосе Кунар добился очень высоких результатов в беге на длинной дистанции. Интересно, что покажет он сегодня здесь, в Мизурине? Правда, погода сегодня не очень хороша для конькобежцев. Но в горах туман и воздух несколько влажный. Несмотря на это, Кунар ведет бег в хорошем темпе. Кунард отрывается от своего противника и выходит на последнюю прямую. Он заканчивает дистанцию за 8 минут 4,3 секунды. Это новый олимпийский рекорд. Сейчас старт приняли Олег Гончаренко. Он бежит по малой дорожке. И финский спортсмен Кауко Салома. В соревновании на длинной дистанции очень важно уметь правильно распределить свои силы, точно выдержать по кругам разработанный совместно с тренером график бега. Гончаренко бежит быстро, очень быстро, как не бегал никогда на этой дистанции. Салома не может оказать серьезного сопротивления советскому конькобежцу. Он проигрывает уже более 10 секунд. Гончаренко приближается к финишу. Он заканчивает бег за 7 минут 57,5 секунды. Это его личный рекорд и 3-й результат дня. Кауко Салома финиширует через 6,8 секунды после Гончаренко. В паре с американцем Макнамара бежит советский скороход Борис Шульков. Уже вскоре после старта Шульков уходит вперед. Разрыв между советским и американским спортсменом растет. Как показали секундомеры, первые круги Шульков прошел очень быстро. За 35,5-36,5 секунд каждый круг. Сохранить такую скорость на всей дистанции очень трудно. И действительно, в дальнейшем Шелков несколько снижает темп бега.
Теперь он проходит круги уже по 37, по 38 секунд. Но и этого достаточно для того, чтобы закончить дистанцию с лучшим временем дня. 7 минут 48 и 7 секунды. А где же соперник Шелкова? А вот он. Мэтью Макнамара отстал от советского спортсмена больше, чем на 200 метров. Он приходит к финишу лишь через 22 секунды после Шелкова. Зрители и спортсмены горячо приветствуют олимпийского чемпиона Бориса Шелкова. Высоко в горах были проведены состязания по слалому для женщин. В них приняло участие 50 спортсменок из 15 стран. Стартует Люсиль Винлер, Канада. Австрийка Регина Шопф. На трассе Мадлена Белтот, Швейцария. Под номером 12 советская спортсменка Евгения Сидорова. Длина трассы 456 метров. На пути лыжниц более 40 ворот. Не всем удается пройти благополучно всю трассу. Это упала шведка Виви Ваштал. Потеряны секунды, но борьба продолжается. Удача постигла и другую спортсменку, Ингрид Энглунд. Но и она после падения продолжает спуск. Ведь победитель определяется по сумме времени в двух попытках. Финиширует австрийка Хильда Хофнер. Заканчивает спуск американка Андреа Лоренс Мейт. Но на победу по результатам первой попытки претендуют лишь три спортсменки. Это Евгения Сидорова, Советский Союз. Представительница команды Австрии Регина Шопф. И швейцарка Рене Кольяр. В итоге, по сумме двух попыток, первое место и золотую медаль завоевала Рене Кольяр. На второе место вышла Регина Шопф. На третье – Евгения Сидорова. Мы вновь на лыжном стадионе. Дан старт эстафете для женщин 3 по 5 километров. В ней участвуют команды 10 стран. В эстафете важно захватить лидерство, чтобы первой выйти на общую и единственную лыжню. Советская спортсменка Любовь Козырева успешно справляется с этой задачей. Она впереди. Второй идет шведская лыжница Ирма Йохансон. На дистанции Любовь Козырева. Всего два дня назад советская спортсменка завоевала звание чемпионки Олимпийских игр на дистанции 10 километров. Сейчас она выиграла уже более 20 секунд, вышедшей на второе место представительницы команды Финляндии Сирки Полкунен. Норвежская лыжница Кьелфрик Русвин ведет гонку третьей. Любовь Козырева заканчивает свой этап впереди всех с результатом 22 минуты 58 секунд. Команда Финляндии на втором месте. Она проигрывает 24 секунды. На следующем этапе от советской команды идет Алевтина Колчина. Удастся ли Колчиной удержать или, может быть, даже увеличить отвоеванные Козыревой секунды? Это сложная задача. В качестве соперницы Колчиной на втором этапе от команды Финляндии выступает одна из сильнейших лыжниц страны Мирья Хиентаниас. Ей удается значительно приблизиться к советской спортсменке. На третье место теперь переместилась представительница команды Швеции Анна Эриксон. Ей удалось нагнать и обойти норвежскую лыжницу Гину Регленд. Таким образом, к концу второго этапа борьба за победу значительно обостряется.
Алевтина Колчина все же первой заканчивает свой этап. Она передает эстафету Радзе Ерошиной. Но едва Ерошина трогается в путь, уже финиширует финка Финтанец. Ерошина стремится сразу же развить большую скорость. Для всех зрителей ясно, что на третьем этапе предстоит упорная борьба. Поединок между Ерошиной, идущей следом за ней финкой Синри Рантанен, завершается на четвертом километре этапа. Ерошина не выдерживает высокого темпа гонки, и вперед выходит Синри Рантанен. Третье место, как и на предыдущем этапе, удерживает за собой шведский спортсмен. На четвертом месте закрепилась команда Норвегии. Уже близок финиш. Первой заканчивает эстафету представительница команды Финляндии Синри Рантанен. Видно, что она очень устала после напряженной гонки. Радзе Ерошина проходит к финишу второй. Советская команда проиграла финским спортсменкам 27 секунд. Мы вновь на катке Мизурина, где происходит состязание на дистанцию 1500 метров. По внутренней малой дорожке бежит финн Тойва Салонен, по большой японец Такая Асадзака. Салонен хорошо известен как отличный спортсмен в беге на короткие дистанции. Вот и сейчас он подтверждает свое высокое мастерство спринтера. Асадзака остается позади. Салонен ведет бег с такой скоростью, с какой не шел на этой дистанции еще ни один конькобежец мира. Временами Салонен включает в работу правую руку. До финиша остается 100 метров. Салонен превышает официальный мировой рекорд. Он заканчивает бег за 2 минуты 9,4 секунды. Асадзака финиширует через 6 секунд после Салонена. Однако еще впереди предстоят забеги с участием сильнейших советских скороходов. Вот один из них, Евгений Гришин. Олимпийский чемпион в беге на 500 метров, Евгений Гришин построил график своего бега, исходя из результата, показанного Салоненом. Он идет на побитие только что установленного мирового рекорда. Бегущий с Гришиным в паре швед Гуннар Стром остается позади. Примерно метров за 300 до финиша Гришин начинает энергично работать обеими руками. Сейчас он выигрывает у Салонена уже более секунды. Гришин проходит дистанцию 1500 метров за 2 минуты 8,6 секунды. Его соперник Стрэн финиширует на 7 секунд позднее. Гришин установил новый мировой рекорд. В следующем забеге участвует советский спортсмен Юрий Михайлов и корейский конькобежец Сик Чо Юн. Михайлов, как вы помните, неудачно выступал в беге на 500 метров. Тогда он упал. Но сейчас молодой конькобежец развивает исключительно высокую скорость. Михайлов проходит круг за 31,9 секунды. Блестящее начало. Под угрозой стоит мировой рекорд, только что установленный Гришиным. Михайлов выходит на последнюю прямую. И теперь уже заметно, что он очень устал. Секундомеры засекают время. 2 минуты 8,6 секунды. Это повторение мирового рекорда Гришина. Таким образом, первое и второе места поделили два советских конькобежца. Евгений Гришин и Юрий Михайлов. Вечером состоялось торжественное награждение победителей. На пьедестале не видно спортсмена, занявшего второе место. Это потому, что советские конькобежцы Евгений Гришин и Юрий Михайлов показали одинаковый результат, и оба награждены золотыми медалями.
Бронзовая медаль вручается норвежцу Эстланду. Гора Тафания по праву названа спортсменами горой побед и поражений. Здесь проходили соревнования по гигантскому и обыкновенному слалому, а теперь стартуют участники состязаний по скоростному спуску. Старт дистанции расположен на высоте 2289 метров, а финиш на 902 метра ниже. Большинство гонщиков показывает хорошие результаты. Они проходят трассу длиной в 3,5 километра примерно за 3 минуты. Однако в пути случаются и непредвиденные задержки. Но состязания продолжаются. На трассе Антон Зайлер. Замечательный австрийский спортсмен уже одержал победу в обыкновенном слаломе и слаломе гиганте. Сейчас Зайлер также добивается лучшего результата. Антон Зайлер завоевал на Олимпийских играх 3 золотых медали. Дни Олимпиады город Кортина д'Ампеццо просыпался рано. Обидно ведь опаздывать к началу соревнований. В программе сегодняшнего дня лыжная гонка на 50 километров. Начало 8 часов утра. Стартует Анатолий Шелюхин, Советский Союз. Виктор Баранов, Советский Союз. Вейко Хакулинен, Финляндия. Сикстен Эрнберг, Швеция. Перенесемся теперь на трассу гонки. Под номером 2 идет советский лыжник Федор Терентьев. Надо сказать, что жеребьевка сложилась не очень удачно для наших спортсменов. Все их основные соперники стартовали позже. Павел Колчин получил при жеребьевке номер 8. Под номером 20 идет еще один представитель команды Советского Союза, Анатолий Шелюхин. У финна Вейко Хакулина номер 33. Первые 10 километров лыжного марафона спортсмены проходят с большой скоростью. Время Терентьева 34 минуты 17 секунд. Анатолий Шелюхин ведет гонку в том же темпе, что и Терентьев. Хакулинен выигрывает у них полминуты. В свою очередь Сикстен Эрнберг выигрывает у Хакулинена 15 секунд. После половины дистанции положение в группе ведущих лыжников не меняется. Федор Терентьев по-прежнему входит в пятерку лидеров гонки. Павел Колчин к этому времени оказывается на 6-м месте. Упорно борется за победу Анатолий Шелюхин. После 25 километров он на 3-м месте. Шелюхин даже не задерживается у питательного пункта. Старейший участник гонки, 42-летний финн Эро Колахмайнен, проходит половину дистанции за 1 час 25 минут 55 секунд. Он пока на 5-м месте. Это один из сильнейших норвежских лыжников Мартин Стокен. Но у него плохое время. Он фактически уже выбыл из числа претендентов на победу. С большой скоростью продолжает вести гонку Вейко Хакулинен. Финский спортсмен обошел уже нескольких лыжников, стартовавших раньше него. Сейчас он выигрывает у советского лыжника Виктора Баранова около 5 минут. Баранов по своему результату находится после 40 километров на 9-м месте. По-прежнему с лучшим временем идет Сикстен Эрнберг.
Теперь, после 40 километров, уже ясно, что первые три места будут разыграны между Сикстен Эрнбергом, Вейко Хаккулинином и Федором Терентьевым. Последние километры. Эрнберг обходит еще одного лыжника. Это швейцарский спортсмен Фриц Цурбухен. На дистанции Вейко Хаккулинен. У него, как известно, 33-й номер. Он обогнал сейчас лыжника, идущего под номером 18, шведа Инге Линдберга. Сикстен Эрнберг, завоевавший на двух предыдущих гонках две серебряные медали, на этот раз оказывается сильнейшим среди 39 лыжников 16 стран. Уже недалек финиш. Последний подъем. Сейчас решается судьба первого места. Смотрите, как тяжело идет Вейко Хаккулинен. А Сикстен Эрнберг словно не чувствует усталости. Федор Терентьев заканчивает гонку за 2 часа 53 минуты 32 секунды. Этот результат приносит ему бронзовую медаль. Анатолий Шелюхин занимает в 50-километровой гонке 5-е зачетное место. Вейко Хаккулинен выигрывает у Терентьева около 2 минут. Он завоевывает серебряную медаль. С результатом 2 часа 50 минут 27 секунд победу одерживает Сикстен Эрнберг, Швеция. Мы вновь у горы Тафани. Здесь проложена трасса гигантского слалома для женщин. Стартует Оси Рейхерт, Германия. Австрийка Труде Клеккер. Евгения Сидорова, Советский Союз. Это идет Труде Клеккер. На трассе Маризетта Аньель, Франция. С высокой скоростью проходит дистанцию гигантского слалома австрийка Доротея Хохлейтнер. Хороший результат показывает норвежка Борхильд Нискин. Длина дистанции гигантского слалома 1700 метров. На ней установлено 69 ворот. Трасса очень сложна. Она начинается на высоте 2012 метров и оканчивается на высоте 1612 метров. Thank you.
В состязаниях приняли участие 49 спортсменов из 15 стран. Закончили дистанцию 44 спортсменки. Лучший результат 1 минута 56,5 секунды показала немецкая спортсменка Осси Рейхер. Она завоевала золотую медаль. В соревнованиях по прыжкам с трамплина приняло участие более 50 спортсменов. Звание чемпиона 7-х зимних Олимпийских игр оспаривали представители 17 стран. В состязаниях участвовали и 4 советских спортсмена. Это было их первое выступление в таких крупных международных соревнованиях. Лучшего результата среди них добился Николай Шамов. Советского спортсмена Николая Каменского постигла неудача. При приземлении он упал и выбыл из соревнования. Окончательная оценка результатов производится по сумме баллов двух попыток. Это прыгает норвежец Вера Стенерсен. Под номером 14 выступает француз Рихард Рабасса. Прыгает чехословацкий спортсмен Мойомир Штуклик. На старте немецкий спортсмен Гарри Гляс. Он завоевывает бронзовую олимпийскую медаль. Прыгает финн Аули Скалакорпи. Оценка его прыжка 225 баллов. Он занимает второе место в соревновании. Лучший результат 227 баллов у финского спортсмена Антти Хюваринена. Хюваринен – чемпион Олимпийских игр. Почти ежедневно на Олимпиаде проводились по 2-3 хоккейных встречи. Мы с вами на ледяном стадионе. Начинается матч между сборной командой Советского Союза и хоккеистами Соединенных Штатов Америки. Вот шайба введена в игру. Из всех 10 команд, участвующих в Олимпийских играх, только советская и американская команды еще не имели поражений. К этому надо добавить, что американцы 3 дня назад одержали убедительную победу над неоднократным чемпионом мира, над хоккеистами Канады. Сейчас атакуют советские спортсмены. Вот они проходят к воротам своих противников. Американцы хорошо защищаются. Однако советские спортсмены продолжают нападать. Темп состязания высокий. Замена хоккеистов проходит без остановки игры. Советские хоккеисты вновь пробиваются к воротам американской команды. Но теперь шайбу не хватают американцы. Они проводят ответственное наступление к воротам советских хоккеистов. Наши защитники превосходят американцев в скорости бега на коньках. Они умело маневрируют и отражают атаку. Новое наступление американских хоккеистов. Ну, никак не удается создать острое положение на половине поля советской команды. Шайба у советского игрока. Стремительный прорыв, передача, бросок. Неудачно. Но тут уже подоспели американские защитники. Острое положение. Атака советских хоккеистов продолжается. Вратарь Айкова в напряжении. Нужно сказать, что американская команда хорошо подготовлена физически. Пожалуй, даже лучше, чем хоккеисты других стран. Но советские спортсмены ни в чем им не уступают.
Поворот американцев вновь под угрозой. Американские хоккеисты строят игру на контратаку. Чувствуя, что им трудно пробиться по воротам, они обстреливают их и издают. Но и это не приносит им желаемого результата. Обе команды стремятся к победе. Для американцев победа – это почти обеспеченное первое место. Ведь впереди у них только одна последняя игра с более слабым противником, с командой Чехословакии. Нашей команде победа сейчас еще более нужна. Ведь американцы идут без поражений, а впереди нам предстоит трудная встреча с многократными чемпионами мира, с командой Канады. Но кто же все-таки откроет счет? Сейчас атакуют советские хоккеисты, но вратарь Айкова самоотверженно защищает свои ворота. Американцы вновь пытаются контратаковать. Безуспешно. Пожалуй, сейчас становится более ощутимым преимущество советской команды. Американские хоккеисты уже больше заботятся об обороне, чем о нападении. Великолепно играет Айкова. Он не раз получает свою команду от, казалось бы, неминуемого гола. До конца периода остается несколько секунд. А вот и свисток судьи. Второй период. На поле возобновляется напряженная борьба. И счет еще не открыт. 0-0. Американцы прикладывают все силы, чтобы сдержать натиск советских хоккеистов. Ваши спортсмены, в свою очередь, уже остылись со стилем игры противника. Они часто держат под обстрелом ворот американцев. Их защищает, как мы уже говорили, Виллард Айкова. Об этом вратаре стоит рассказать особо. Отлично тренированный, обладающий быстрой реакцией, Айкова по праву был признан лучшим вратарем мира на нынешних Олимпийских играх. Вот он отбил шайбу. Атака переносится воротам советской команды, которую защищает Николай Пучков. Угроза ликвидирована. И шайба вновь на половине поля американской команды. Атака. И кажется, часто добьемся успеха. Да, прошел. Счет открыт. 1-0. Хоккеисты Советского Союза продолжают свои атаки. Американцы по-прежнему хорошо защищаются, но они уже явно устали. Их ответные атаки уже не такие частые. Скорость снизилась. Советские спортсмены сохранили энергию и силу. Они настойчиво атакуют, вновь забрасывают еще одну шайбу в ворот американцев. Счет матча становится 2-0. Сопротивление американской команды сломлено. Советские хоккеисты вновь прорываются на половину поля американцев. Они разыгрывают быструю комбинацию. Бросок. Гол! Теперь можно считать, победа обеспечена. В оставшееся до конца матча время хоккеисты Советского Союза еще раз добились успеха. Они одерживают убедительную и важную победу со счетом 4-0. В течение 6 дней на Олимпийских играх проводились соревнования по фигурному катанию на коньках. Этот вид зимнего спорта пользовался большой популярностью среди приехавших на Олимпиаду зрителей. Американка Кэрол Хейс сейчас выступает с упражнением по произвольной программе. Thank you.
16-летняя Кэрол Хейс завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Выступает представительница команды Соединенных Штатов Америки Тенли Олбрайт. Олбрайт опередила Хейс почти на 2 балла. Она завоевала золотую медаль чемпионки Олимпийских игр. На ледяном поле американский спортсмен Рональд Робертсон. Рональд Робертсон занял на соревнованиях 2-е место. Произвольное упражнение выполняет Кейс Аллен Дженкинс, Соединенные Штаты Америки. Аллен Дженкинс получил высшую оценку. Он чемпион Олимпийских игр. В парном катании выступает Марианна и Ласло Нац, Венгрия.
Анна и Ласло Нать заняли в Олимпиаде 3-е место. На ледяном поле представители команды Канады Франц Тафое и Норрис Боуден. Серебряная олимпийская медаль присуждена Франц Тафое и Норрису Боуден. Выступают австрийские спортсмены Элизабет Шварц и Курт Оппельт. Получает высший балл. Они чемпионы Олимпийских игр в парном катании. Зимние Олимпийские игры приближаются к концу. В один из последних дней была разыграна мужская лыжная эстафета 4 по 10 километров. На старте спортсмены 14 стран. Эстафета началась. По мнению многих иностранных специалистов, основная борьба за победу в эстафете будет вестись между финскими и норвежскими лыжниками, которые добились лучших результатов в гонке на 15 километров. Советской команде в этих прогнозах отводится 3-е место. Однако прогнозы в спорте, особенно в соревнованиях, где встречаются сильнейшие спортсмены мира, вещь явно ненадежная. Вот и сейчас, когда лыжники покинули стадион и зрители переместились к трассе первого этапа, оказалось, что впереди всех идет советский лыжник Федор Терентьев.
Терентьев вышел со стадиона 9-м, а затем постепенно обошел всех своих соперников и стал лидером эстафеты. На втором месте представитель команды Финляндии Август Киуру, опытный лыжник, уже не раз встречавшийся с Терентьевым в международных соревнованиях. Третьим идет норвежец Хакон Брусвейн. Он занял в гонке на 15 километров 5-е место. Это австриец Сепп Шнейербергер. Федор Терентьев первым заканчивает свой этап и передает эстафету Павлу Колчину. Колчин – самый быстрый лыжник советской команды, если судить по результатам предыдущих гонок. Лишь через полторы минуты финиширует финский лыжник Август Киуру. От команды Финляндии на втором этапе идет Йорма Карталайнен. Перед ним стоит трудная задача – отыграть проигранные на первом этапе 90 секунд. Павел Колчин отлично проходит свой этап. Он увеличивает разрыв между советской и финской командами до 2,5 минут. Молодой финский лыжник Карталайнен прилагает все силы, чтобы сократить этот разрыв, который почти уже предопределяет победу советской команды. Однако это ему не удается. На третье место, обойдя норвежского лыжника, вышел теперь представитель команды Швеции Гуннар Самуэлсон. За третье призовое место борется сейчас и спортсмен итальянской команды Оттавио Компаньони. Участники второго этапа приближаются к лыжному стадиону. Павел Колчин перед финишем выигрывает у Карталайнена еще несколько секунд. Он передает эстафету молодому лыжнику Николаю Аникину. Аникин уходит на трассу с большим преимуществом. Однако в ходе состязания возможны всякие неожиданности, поэтому нельзя терять ни секунды. Йорма Карталайнен заканчивает свой этап через 2 минуты 46 секунд после Колчина. На третьем этапе от финской команды идет опытный спортсмен Арво Винтанен. Как же сложится борьба на предпоследнем этапе? Аникин проходит свой отрезок пути с хорошей скоростью, однако все же медленнее, чем Терентьев и Колчин. Арво Винтанен – опасный соперник. Ведет бег с максимальным напряжением, стремясь отыграть проигранные на предыдущих этапах минуты. Почти с такой же скоростью, как Витанен, идет шведский лыжник Пер Эрик Ларсен. Он на третьем месте. Мы вновь на стадионе. Финиширует Николай Аникин. На последнем, четвертом этапе от советской команды идет Владимир Кузин. Арво Витанин, очевидно, еще не смирился с фактом поражения своей команды. Он спешит передать эстафету чемпиону Олимпийских игр Вейко Хакулинену. Тот сразу же идет в полную силу. Владимир Кузин хорошо проходит заключительный этап эстафеты. Он окончательно закрепляет успех советской команды. Вейко Хакулинен прилагает все силы, чтобы ликвидировать разрыв между финской и советской командами. Но это сделать невозможно. Разрыв слишком велик. В пути пока находятся все участники эстафеты и болельщики, вышедшие на трассу, еще надеются на какое-либо происшествие, которое повлияет на исход гонки. Однако никаких случайностей не происходит. Все спортсмены благополучно проходят последний этап эстафеты. Они приближаются к лыжному стадиону.
Радиокомментатор сообщает. На стадионе появился Владимир Кузин. Он заканчивает эстафету с общим результатом 2 часа 15 минут 30 секунд. Второй финиширует команда Финляндии. Ее время 2 часа 16 минут 31 секунда. Да, это была острая спортивная борьба, в которой победили сильнейшие лыжники сборной команды Советского Союза. 4 февраля – предпоследний день зимних Олимпийских игр. Начинается решающий хоккейный матч. На ледяное поле выезжает сборная команда Советского Союза. Ее капитан, заслуженный мастер спорта Всеволод Бобров, вручает памятный вымпел капитану канадской команды Джеку Маккензи. Встреча команд Советского Союза и Канады должна предъявить чемпиона Олимпийских игр. Игра началась. В первом периоде ворота советской команды... вот они. Уже первые минуты матча показывают, что канадцы решили с самого начала сломить сопротивление советских хоккеистов резкой силовой игрой. Однако шведские судьи Аллен и Айсберг очень четко разбираются во всех острых моментах. И вот сейчас за запущенную грубость удаляют с поля канадского игрока. Вот номер 9. Это Пау Кнокс. Сегодняшняя встреча носит принципиальный характер. Ведь до этого хоккеисты Советского Союза и Канады встречались дважды. Счет побед у них равный. 1-1. Равное и соотношение шайб. 7-7. Кто же победит сегодня? Сейчас игра идет на половине поля канадской команды. Их ворота защищает Кейт Вудо. Шайба у Билла Коулина. Это номер 10. Темп игры очень высокий. Защитники советской команды действуют старательно и самоотверженно. Ясно дно. В таком резком силовом стиле канадцы долго играть не сумеют. Важно таким образом выдержать их натиск хотя бы в первом периоде. А натиск этот пока не ослабевает. Искусно действует вратарь Сучков. Он уверенно отбивает летящие в ворота шайбы. Идет минута за минутой. Канадцы атакуют, но ничего не могут сделать. Постепенно игра уравнивается. Теперь наступают поочередно обе команды. Как показали встречи на Олимпиаде, канадцы все матчи проводят примерно в одном и том же тактическом плане. Он рассчитан на соперников недостаточно тактически гибких, не очень хорошо подготовленных физически, способных лишь обороняться. Но теперь уже видно, что нервы советских спортсменов оказались достаточно крепкими. Новая атака на ворота советской команды. Она ликвидирована отлично играющим вратарем Пучковым. Шайба на половине поля канадской команды. Надо отдать должное канадским игрокам. Высока их маневренность, работоспособность. Вступая в борьбу, они не жалеют сил. У канадцев на высоте индивидуальное мастерство. И хорошо стоит в воротах Вудо. Прошло уже немало времени, а счет все еще не удалось открыть ни одной из команд. В таком напряженном матче очень важно, кому это удастся сделать первым. Одна шайба может оказаться решающей. Это прекрасно понимают вратари. Канадцы все время находят в себе силы для новых атак. Советские хоккеисты достаточно сильны, чтобы пресекать все комбинации своих противников. Шайба на половине поля советской команды. Защитники по-прежнему действуют четко. Они не дают возможности создать непосредственную угрозу для взятия ворот. Теперь, пожалуй, уже всем присутствующим на матче, даже и болельщикам из Канады, становится ясно, что в отличие от прошлогоднего первенства мира,
где канадцы переиграли и победили советскую команду. На этот раз исход борьбы решается в остром поединке двух равных по силе команд. Кстати сказать, победители сегодняшнего матча будут награждены не только золотыми олимпийскими медалями, но и золотыми медалями чемпионов мира. Это повышает интерес к матчу, а участникам придает дополнительные силы. И эти силы, повторяем, сейчас равны. Время первого периода приближается к концу, а счет все еще не открыт. Это довольно редкое явление в хоккейных матчах, когда на протяжении длительного времени ни одна из команд не может забить шайбу. Игра происходит теперь в основном или на середине поля, или в районе ворот канадской команды. Последние минуты первого периода. Канадцы перехватывают шайбу и устремляются на половину поля советских хоккеистов. Их атаку прерывает свисток судьи. Итак, первые 20 минут матча окончились безрезультатно. 0-0. Начинается второй период матча. Неужели и он не даст результат? Так канадские хоккеисты играют уже не в таком стремительном темпе, как в начале. Советские спортсмены по-прежнему активны и стремительны. Они создают опасные положения, обстреливают ворота канадцев. Однако результата по-прежнему нет. Получив шайбу, канадские хоккеисты проводят ответное наступление. Проходит всего несколько секунд, и игра вновь переносится к воротам канадской команды. Атаки советских хоккеистов становятся очень настойчивыми. Вратарю Рудову приходится быть все время на стороже, на чеку. Идет седьмая минута второго периода. Еще одна атака советской команды. Бросок! Гол! Наконец-то счет открыт. Это сделал Юрий Крылов. Идет советская команда 1-0. И так начинается третий, последний период. Шайба видна в гол. Она сейчас у канадских хоккеистов. Затем ее перехватывают советские спортсмены. Они атакуют. Что это? Гол! Да! Это гол! Он забит Валентином Кузиным. 2-0. Игра вновь начинается с центра поля. Канадский вратарь опять в напряжении. Советские хоккеисты, воодушевленные успехом, продолжают атаковать. На последней минуте матча канадцы проводят ответное наступление. Бросок. Парирует Кучков. Последние секунды. Заключительный хоккейный матч Олимпийских игр окончен. Победа за советской командой. Канадцы первыми поздравляют победителей. Итак, советские хоккеисты – это единственная команда, которая выиграла все встречи и уверенно завоевала первое место. Посмотрите, один из канадцев ломает клюшку. Подведем итоги. Сборная команда хоккеистов Советского Союза одержала тройную победу. Она чемпион Европы, она чемпион мира и чемпион Олимпийских игр. Второе место заняли спортсмены Соединенных Штатов Америки. Третье – хоккеисты Канады. Наступил день закрытия седьмых зимних Олимпийских игр. На ледяное поле вновь, как 11 дней назад, выходят знаменосцы. Они несут флаги 32 государств, спортивные команды которых участвовали в Олимпиаде. Знаменосцы выстраиваются четким полукругом вокруг трибуны на льду. В
президент Международного олимпийского комитета Эйвори Брендадж благодарит всех, кто немало потрудился для успешного проведения игр. Складывается олимпийское знамя. Оно будет храниться в картина Дампеццо до следующих зимних олимпийских игр. Седьмые зимние олимпийские игры окончены. В этих крупнейших международных соревнованиях спортсмены Советского Союза добились выдающегося успеха. Они завоевали 16 олимпийских медалей, больше, чем спортсмены какой-либо другой страны. Со славными большими победами возвращались на родину советские спортсмены. Первыми прилетели в Москву хоккеисты, чемпионы олимпийских игр, мира и Европы. Тысячи москвичей, несмотря на сильный мороз, встречали замечательных спортсменов. На площади перед аэровокзалом состоялся митинг. Московские спортсмены тепло встретили своих товарищей. Им были преподнесены цветы. И даже вот такой вкусный подарок. Митинг открыл председатель Московского городского комитета по физкультуре и спорту товарищ Пушнов. От Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту выступил заместитель председателя комитета товарищ Песляк. Горячо поздравил чемпионов капитан дворовой хоккейной команды «Звездочка» Анатолий Арбатский. С ответным словом выступил капитан сборной хоккейной команды Советского Союза, заслуженный мастер спорта Всеволод Бобров. Он поблагодарил москвичей за дружескую встречу, за теплые слова привета. Прошло 3 дня, и на Киевском вокзале спортивная Москва встречала прибывших в Москву остальных участников 7-х зимних олимпийских игр. На митинге с приветственным словом выступил заместитель председателя Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту товарищ Постников. Отвечая на приветствие, чемпион олимпийских игр Павел Колчин сказал: «Разрешите еще раз поблагодарить вас за теплую встречу и выразить уверенность в том, что все участники Олимпийских игр приложат все силы для дальнейшего подъема спортивного мастерства и побед советского спорта. Желаю вам, друзья, новых успехов в труде и спорте!»